Приветулечки, это обзорушки от Mob.ua и я Трэшик. Моя нежность не без повода, ведь сегодня я расскажу о старичке Рэймоне, но в совершенно новом и милом приключении Rayman Fiesta Run, что является прямым продолжением Rayman Jungle Run. Праздничное безумие вернулось и на порядок стало лучше, интереснее и красочнее своего предшественника. Как и раньше, мобильная версия игры представляет собой забег от начала и до конца уровня, с преодолеванием самых разнообразных препятствий и сбора люмов. Только теперь ранние способности суперудара, парения и бега по стенам дополнились скоростным планированием, трансформацией в мини-Раймона и скольжением, что дало значительно больше простора для геймплея. Так что теперь тебя ждет более 75 уровней, что съест немало твоего времени. Если в Rayman Jungle Run ты выбирал уровни, посвященные определенной способности или антуражу, то здесь нам представляют целую карту сказочного мира. А за успешное прохождение каждого уровня мы будем получать награду в виде бонусных люмов, новых персонажей и иллюстраций. Вдобавок, Fiesta Run обзавелась многими противниками и догоняющими вас боссами, что придает забегу большего азарта, безумия и реального повода для бега. Как вы, наверное, заметили, вся игра — это огромные плюсы. У нее великолепная графика, простое управление, шикарная музыка и, кстати, хорошая оптимизация, что позволяет ей идти практически на любом устройстве, учитывая всю красоту происходящего. Но что же до минусов? Минус, наверное, если кто-то и заметит, то он будет только один. Хочется чего-то большего, тем более тем, кто хорошо знаком с Rayman Origins. Но, наверное, мы просто зажрались. Ведь портированием или выделением больших средств на разработку чего-то нового для мобильных устройств Ubisoft-ушки заниматься не станут. Ну, по крайней мере, пока с этого не можно будет поиметь миллион люмов. Так что пока довольствуемся лучшим раннером на мобильных устройствах. Rayman Fiesta Run — это игрушка, которая растопит ваши ледяные геймерские сердца, замороженные бездушием экшенов. Советую всем, у кого черные полосы и серые будни. А если с весельем у вас и так нет проблем, то эта игра покажется вам родной и знакомой с детства. Короче, прописываю всем в качестве профилактики. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!